ехали туда вчетвером, назад вшестером, всемером. Да, а что, не забыть что? Ремонт дорог, я же говорю, показываю по другой стороне, ремонт дорог. Думаю, ехать, будем ехать назад, не забыть бы. Ну, естественно, забываю по дороге назад. Один из футболистов, девушка, у него на коленях, и большая гора песка, не знаю, как-то перелетели, бетонная плита, машина останавливается, девушка летит дальше. Ну, чуть-чуть, не сильно, чуть-чуть с лобовым просто аккуратно упала. Ну, все. Вы ее подобрали? И, по-моему, да. Ну, машина... То есть, как сомневаешься, да? Понимаешь, ты когда в машине едешь восьмером, ты людей особо не ценишь. Ты типа, ты не понимаешь, 8-7 там обратно возвращается. Там лобовое тяжело было без него ехать, потому что все это ветер-то в лицо. А без девушки, ну... А нет такого, что некоторые истории как будто из индийского фильма?